Всем привет, с вами Турбо Четверка, и сегодня я решил, ну ладно, уже сниму видео по Clash Royale, но его вроде бы месяц уже я не выпускал, или два, или три даже, честно не помню. Поэтому сегодня у меня будет опять открытие сундуков, и я буду открывать огромный сундук на пятой арене. Ну, давайте начнем. Так, 1054 золота, нормально. Есть колдун доступен. 18 печи. Нет, ну блин, что ж. Конечно, как сказать, херня. Ну, кроме колдуна, тут, в принципе, ничего нормального не было. О, зеркальце сейчас купим. Все, у меня теперь зеркальце есть. Где оно? В самом конце, конечно. Так, ну. Что еще? 30 у меня. Сейчас зеркало поставим. Не в колоду, займись кого. Я не знаю, кого убирать. Как вы видите, у меня только одна обычная карта, одна редкая и все, и две редкие, и все остальные эпики. Да. Так, ну куда ж заместила мне его поставить? Думаю, замесь Хога. Печку не буду пока все улучшать, потом буду все улучшать. Так, запрос карт. Всем запрос. Ну еще давайте пооткрываем вот эти маленькие сундучки. Так, два кристаллика. Нормально. Два кристаллика опять. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.